Фант я тако терпел, да целе тидне не могу заспат. И него приятель му я реко, Фант, тебе бо побрала. Пойди на Бресия. И нарез Антон Єглич прише у бігня, и друго ютро бос прише на Бресия, и не тукай пред Марио помагай проси. Марио, помагай ми избрати тисти поклиц, кер бом лахко за Бога и за свой народ наредил največ доброго. И в тренутку моє постало пополнома ясно, то, кар прей не могу найти месяцы и тидне, в сердце я спознал в ясной светлобе и лучи, че хочешь за Бога и за свой народ наредити največ доброго, боди добр духовник. И своей сестре я тогда на Бресьях написал: Ницка, спознал сам, хочем быть духовник, и то добр духовник. И та Антон Єглич постал позднее. Князюшков, познамо га под именом доктор Антон Бонавентура Єглич, туди код градителя завода Святого Станислава в Любляни, у Шентвиду. И глядите, та шкоф я просил пред 100 лети папежа Пия X задоволение, да се милостна подоба окрона. И кмалу я пришел отговор, да я то доволено, и да папеж нега повлаща, да то изверши. Погледайте же прешний вечер, и потом 1 септембра все е тукай вероятно збрано 30 тысяч ромарів. Кронание се е извършило пред святищем. Папеж е положил то крону найпрей на Єсусову главу, потом вечію крону на Маріїну главу, и не изговорил тисте поменливе беседе: Мария, ми те кронамо тукай на земли, ти па посредуй за нас при своем сину, да бомо досегли славу небес, там, кер си ти, наша кралица. Погледайте, тако е било кронание исполнено, и народ, ки николи не имел своя кралица, е поновно избрал Марию, ки е под крижем постала наша мати. Та народ, ки в сгодовине толико терпел, да му е шкоф погачник реко: почудежав се нас Мария обварувала на тем делу Европы.